Не заметил ДТП. Около половины пятого утра на улице Куконковых легковой автомобиль ВАЗ-2112 врезался в стоящий на перекрестке перед левым поворотом грузовой фургон «Скания». По словам водителя большегруза, он почувствовал лишь легкий толчок, который списал на проблемы с задним колесом. На самом деле легковушка, врезавшаяся в «Сканию», на две трети влетела под прицеп. Водитель и пассажир ВАЗа, мужчины 91 и 89 годов рождения, погибли на месте. О том, что водитель легковушки не успел среагировать на стоящий впереди грузовую машину, свидетельствует отсутствие тормозного следа. Вероятнее всего, ВАЗ-2112 передвигался с сильным превышением скорости. В данный момент устанавливается, были ли водители в состоянии алкогольного опьянения, разыскиваются очевидцы данного происшествия и устанавливается причина дорожно-транспортного происшествия.